Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Доктор Надежда». Украинский сериал «Доктор Надежда» – это продолжение любимого многими женского доктора. Можно сказать, что даже не продолжение, а спин-офф. С некоторыми главными героями зрители встретились вновь, но появились новые главные герои. На протяжении 40 серий зрители с интересом следили за развитием сюжета, но финал оставил много вопросов. И теперь зрителей интересует вопрос, а будет ли продолжение сериала? А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или предыдущий сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Первый сезон был насыщен событиями. Помимо сложных медицинских случаев, с которыми сталкивались врачи центра, зрители наблюдали за развитием отношений главных героев. В руководстве клиники произошли серьезные изменения. Гордеев отошел от дел, и теперь всем заправляет Элла Степановна. Евгений Петрович женился на Вере Антоновне. Они отправились в свадебное путешествие. Все козни, которые плели Зоя и Стрелецкий, удалось раскрыть. Но пока непонятно, понесут ли они за это наказание. Надежда счастлива с Андреем. Но как сложатся их дальнейшие отношения? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Если вам понравился сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.